Всем добрый вечер! Тихими святочными вечерами осталось до крещения Господня всего лишь 2 дня. Мы занимаемся нужными делами, делаем домашние пельмешки из фарша. Фарш у нас, для тех, кому интересно, свининка, говядина и лучок, перчик по вкусу. И, конечно же, получаются вот такие замечательные пельмешки. И сейчас я вам покажу, как они у меня выглядят, и покажу, как я придаю им вот такую форму. Берем заранее заготовленный вот такой расплющенный комочек. Берем немножечко миска. Так. И теперь показываю, как мы это все дело сделаем, чтобы у нас получились такие объемные, красивые пельмешки. И очень-очень вкусные. Смотрите. По сибирской технологии. Посмотрите, какие красавцы. Вот такие красавчики. Если, конечно, постараться, можно подольше с ними повозиться, вот так подправить, и они будут очень-очень замечательно выглядеть. Давайте еще один. Так. Пельмешки. Смотрите. Кто-то делает в перчатках, я люблю без перчаток работать, потому что, ну, мне кажется, когда работаешь живыми руками, особо передается душа, идет закладка энергетическая через руки, в каждый пельмешек вкладываешь душу, и, конечно, он получается необыкновенно красивый и, конечно же, вкусненький. Всех с наступающим крещением, а мы продолжаем создавать красоту!